Единственная шайба решила исход поединка в Москве. Там звезда принимала «Югру». В отличие от игры в Ханты-Мансийске, где югорчане взяли верх со счетом 6-1, здесь команды голевой феерии не порадовали. 52 минуты игрового времени болельщики прожили в ожидании заброшенных шайб. Нарушил сухое равенство Иван Ларичев. Он замкнул передачу на дальние штанги, что и привело к взятию ворот. 1-0. Минимальная победа «Югры».